Сегодня, 21 октября, прошла встреча попечительского совета праздника надежды. Мы очень благодарны всем епископам и их заместителям за то, что они пришли на эту встречу. Более того, за их активное участие, за их добрые слова, за их готовность вдохновить все церкви Молдовы на участие в евангелизационных служениях. Мы очень благодарны действительно и ассоциации Билиграма, которая имеет особый статус в благовестии. Это опыт более чем 70 лет. И мы очень благодарны, что этот опыт, он приносит пользу для дела благовестия, для дела Божьего по спасению людей от грехов. Господь сделал все, чтобы спасти человека от грехов. Но важно поверить в Него. И поэтому мы приглашаем всех к участию в этой подготовке, чтобы еще большему числу людей сказать об Иисусе Христе.